Всем привет! По погоде у нас целую ночь гроза и сильнейший ливень. Днем потом как-то все это рассасывается. По крайней мере, вчера опять же было. Что-то тут кто-то въехал, серьезно. Вчера было душно и достаточно тепло, около 20 градусов. А знакомая говорит: а ты знаешь, я спустилась в Церквеницу, и там все еще люди плавают, отдыхают, загорают. Кстати, ну, плавают это, конечно, по нашим меркам моржи, потому что море, естественно, не горячее, прям не супер теплое. Подруга была в Задре, пару дней отдыхала, и говорит, там тоже сезон, ну, как бы еще активный. Вообще, я ездила в больницу эти дни. Нет, вру, в больницу раньше. Мы ездили в торговый центр в воскресенье за покупками. И вот пока мы выехали из нашего, ну, так сказать, как бы это объяснить, в общем, на главную трассу с нашей местности. Только иностранцы. Очень много словенцев, итальянцы. Словенцы очень многие на мотиках в специальных там одеждах этих защитных против дождя. И вспомнила сразу группу, когда мы ехали в Нововинодольске, ну, за продуктами тоже на днях буквально. Очень хорошая погода была. Смотрю. А, это орел наверху орет, иначе. Погода была хорошая, смотрю, большая машина стоит, как ну, такая автобус, короче, даже не микроавтобус, прям как автобус. Что-то ждет на дороге. И я всматриваюсь, просто насмотрелась видео с медведем. Блин, сейчас у меня такой этот страх, как бы на голову где-нибудь с дерева не спрыгнул. Короче, едет целая группа. Люди на великах, тоже в специальных этих одеждах, и защитных, и отсвечивающих, хотя это день был. И вот кто не может ехать, их дальше подбирают на автобусе. И, соответственно, внутрь велик ставят, помогают им. В возрасте люди. У нас такие туры часто организованы с иностранцами, немцы, словенцы, кто угодно. Спереди них машина еще едет и сзади. Короче, под надзором все, но занимаются люди спортом. На кырке, правда, один вырулил и прям в обрыв улетел. Достаточно уже человек в возрасте. Вот его буквально на днях доставали. Это я к тому, к чему. К чему, к тому, что несмотря на погоду и, казалось бы, вечные ливни после суши, у нас вот этот месяц постоянно дожди, и опять по прогнозу дней 10, все равно еще люди активно отдыхают, туристов все еще много, апартаменты многие полные. И это наша территория, которая считается более холодной. Ну, морская часть, так сказать. А дальше вот Далмация. Там еще как минимум месяц. И тем более сейчас, видите, кто не только ради плавания, или у кого есть теплые бассейны, или кто в отеле. Очень хорошие цены, хорошие туры, выгодно, и толпы нигде нет. Можно и город посмотреть спокойно, и обойти, и поездить. Короче говоря, что и себе я желаю. Скоро будем тоже, возможно, вокруг ездить и рассматривать еще то, что мы не видели в самой Хорватии.